Эта монета настоящая, а вот это вот не настоящая. Видите, вот это пятак Александра Третьего, смотрите. 5 рублей. Вот смотрите, кто-то видит какое-нибудь отличие? Сейчас я вам покажу. Вот сейчас взвесим, покажу вам. Вот это настоящий, 90, смотрите. Вес. Так. Запомнили. И второй. Практически одинаково весит это, потому что это оба из золота. Но вот это вот фуфло. Человека впарили, короче говоря. Вот это настоящее. Сейчас я вам покажу. Нюансов здесь до хрена. Сейчас я вам покажу, чтобы вы понимали. Так, что-то у меня съемка не очень. Вот это вот фуфло. Смотрите, это фуфло. Специально застарили, короче. А вот это вот настоящее. Видите? Смотрите, обратите на уши внимание, короче говоря, на нос. А здесь она не настоящая. Видно? Вот борода, вот видите? И уши здесь, видите, какие? И с гуртом, короче, тоже там проблемы. Вот такие вот бывают качественные копии. И обманывают людей. Запомните, детализация должна быть. Что-то он не может очухаться. Должна быть идеальная, господа. Идеальная. Походу он охренел после лупы. Ну, в общем, короче, вот это фуфло. Вот это. А это настоящее. Бывают очень качественные копии, господа. И вес здесь ни при чем. Делают из золота. Качественные, вот видите, даже вот отличается, если внимательно смотреть. И здесь сзади тоже с этими гербами проблемы, нечетко прочеканены. И еще обращать надо внимание на вот эти вот огранки вот по краям. Здесь они какие-то галимые, короче, ну, как капли, а здесь прям четко вот. Сейчас я покажу еще раз. Так, вот это вот настоящее, видите, вот. И под короной тоже там вот эти должны быть такие нарезки. А вот здесь видите как? И губерния нифига. Они не четко прочеканены. Ну, они специально затерли ее, но все равно, видите, вот здесь. А вот здесь уже не то. Видите? Вот, смотрите. Четкость. Должна быть четкость. Повнимательнее, господа.